Врачи и медсестры забыли о выходных и неделями не видят своих детей. Но они не жалуются. В их глазах все усилия оправданы. Лишь бы только остановить лавинообразный рост пациентов с новым вирусом. И только иногда врачи сетуют. Если бы все пациенты относились к ситуации с ответственностью, то пандемия бы уже шла на убыль. Откровения тверских врачей в нашем следующем репортаже. Скорые с мигалками, прилетающие по Твери, теперь уже привычное явление. Они встречаются на городских дорогах с каждым днем все чаще. Один из таких экстренных вызовов снял врач скорой. Пока автомобиль, включенный сиреной, мчался по шоссе, врач напоминал всем, что коронавирус – это не сказки, а реальная опасность, которая касается каждого. Друзья, каждый из вас под угрозой находится. На самом деле, контагиозность заболевания очень высокая. И тот солнечный свет, который сейчас убаюкивает наш инстинкт самосохранения, не должен вас вводить в заблуждение. Оставайтесь дома. Ни при каких обстоятельствах не расслабляйтесь. Вы видите ковидный госпиталь ОКБ. И не мы одни здесь. Коллега тверских медиков, фельдшер скорой помощи Конаковской ЦРБ, проработавшая более 15 лет, записала видеообращение к жителям города и всем гражданам. Сейчас нагрузка на бригады скорой возросла в разы. Около 90% всех вызовов приходится на пациентов с подозрением на коронавирус. Девушка рассказала, как им приходится тяжело, с какой опасностью они сталкиваются. На каждый вызов мы одеваемся в средства индивидуальной защиты. Это комбинезон, респиратор, очки, перчатки, бахилы. В такой экипировке работать очень сложно. Жарко, очки запотевают, одежда вся мокрая. И при возвращении на базу хватает времени только переодеться и снова в путь. В настоящее время каждому человеку важно знать, какая нелегкая доля выпала докторам и медсестрам. Возможно, это поменяет чье-то отношение к сложившейся ситуации и заставит быть чуть ответственнее. Я мать троих детей и знаю, что такое жизнь. И знаю, как она дорога. Люди, которые соблюдают меры и сидят сегодня дома, для них не страшен коронавирус. Останьтесь дома, доверьтесь профессионалам. Мы всегда работаем для вас. Пусть наступит завтра. В Министерстве здравоохранения Тверской области также призывают доверять врачам и не ставить под сомнение их действия. Благодаря стараниям медиков в регионе уже выздоровели и выписались из больниц 197 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Сегодня в наших силах сделать так, чтобы количество заразившихся пошло на спад. Для этого нужно соблюдать всем известные меры профилактики, самоизоляцию и правила гигиены. Напомним, что пока ограничительные меры действуют до 12 мая. Однако не исключено, что их продлят до начала июня.